иншалла, начнем с чтения Корана. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Открывая наш мажлис, хочу искренне поприветствовать наших соотечественников, сельчан и гостей нашего мероприятия. Огромная благодарность всем гостям, невзирая на трудности и расстояние, решили приукрасить наш мазлиш. Мы назвали наше мероприятие «Возвращение к истокам». Что это значит? Мы потомки тех людей, которые родились и жили в этом селе. Мы собрались, чтобы дать дань уважения нашим предкам, которые научились нас единобожию, вложили в нас самые достойные понятия, как честь, совесть и достоинство, нравственные ценности, любовь к ближнему, и научили нас, как сохранить мужественность для мужчин и женственность для женщин. Хочу затрону три главные темы. Первое – это сохранение культуры, традиций наших предков. Второе – нравственное воспитание молодежи. Третье – объединение семьи и общества. Начнем с первого. Важно напомнить, что наша культура и традиции – это нечто большее, чем просто формальность. Они являются отражением нравственных качеств и ценностей, передаваемых из поколения в поколение.
они объединяют наше общество и обеспечивают нас связью с нашими корнями. Сохранение традиций наших помогает нам сохранять нашу национальную идентичность и культурное наследие. Традиции помогают нам сохранить наш язык. Сохранение традиций помогает нам также сохранить наши нравственные качества, передаваемые нам нашими предками. Они помогают нам укрепить наш характер, проявлять уважение к другим людям, сохранять дух гостеприимства и терпимости. Я призываю вас всех сегодня начать сохранять традиции и наследие наших предков. Начните с того, чтобы изучать больше о вашей культуре и традициях. Спрашивайте совета у старших, уважайте их мнение, создайте традиции в своей семье, чтобы сохранить связь поколений и передать эти ценности своим детям и внукам. Сохранение наших традиций и культурного наследия является нашей общей ответственностью. Давайте сделаем все возможное, чтобы сохранить нашу национальную идентичность и уважать культуру других людей. Второе – это нравственное воспитание молодежи. Это одна из самых важных аспектов воспитания молодежи. Чтобы наша молодежь стала ответственной, сильной частью общества, она должна проникнуться духовными и моральными ценностями. Нам важно научить нашу молодежь быть честным, добрыми, справедливыми, терпимыми и уважительными к окружающим. Мы, взрослые, обязаны создавать благоприятную среду для роста и развития молодежи в обществе. Мы должны проявлять хорошие примеры поведения, быть искренними и открытыми, помогать молодому поколению возможность общения, делиться своим опытом и знаниями с ними и, конечно же, учиться у друг у друга. Также нам нужно сделать больше, чтобы донести до молодежи, как важно иметь бытовые науки, уметь делать выбор, заниматься саморазвитием, заботиться о здоровье и окружающей среде. Эти и другие навыки помогут нам стать успешными, уверенными в себе людьми. Я убежден, что мы можем проделать большую работу по нравственному воспитанию молодежи, если мы будем работать сообща и будем ставить благо молодого поколения на первое место. Давайте всем сердцем и душой отнесемся к этому вопросу и оставим огромный след становления нашего общества. Далее я хотел бы отметить о том, как важно объединение семьи и общества. Семья – это основа нашего общества. Мы росли, рассматривая ее как единую команду, где каждый из нас имеет свои обязанности и ответственности. Если мы сильны в общении и взаимодействии на уровне семьи, то наше общество будет также сильным. Мы должны сохранять наши семейные ценности, формировать их, чтобы наша община была более счастливой и здоровой. Когда мы имеем хорошие отношения к семье, мы учимся быть более терпимыми и понимающими в отношении других людей. Мы начинаем помнить, что жизнь не всегда проста, и что каждый человек, как и мы, имеет свои проблемы и неудачи. Основным принципом является сохранение наших семейных ценностей и совместная работа на благо общества. Мы должны работать вместе всеми усилиями, чтобы сохранить нашу связь и сделать наше общество более дружелюбным и сильным. Я призываю вас всех сегодня, чтобы сделать первый шаг объединения наших семей и нашего общества. Начните с простого, посетите своих соседей, сделайте добрые дела для других людей. Постройте, укрепляйте отношения с семьей и друзьями. Ва алейкум салам. Далее слово нашему имаму.
محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. У меня речь на аварском языке, она мне более спокойна, и чем русский язык. Я у меня речь буду вести на аварском языке, братья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ростал джамаат, ростал агарти, ростал улукави, ростал ахлу. Жакала сирец бугу. عمر صحبته أبو ربراعي بقو نحن قوم أعذنا الله بالإسلام نزروق إلى تأدم الله إسلام قلتون تأدم هور العدم فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله نزيت إسلام قروي جويل دا إسلام قروي بسوقي جويل دا جاني تأدم في تخانني الله سنت عدعنا هرولي لابول جاقا عدينا بقو جاقا عدينا بروخالي لابقو جاقا عدينا شبا بروقو رسول شراق بكار بقو هاب تعمل قصونا البوك جرو جاقا الحمد لله نشيتا كاكي أحون قامت كهابون نشيدا أسكو نشير مخول كجون شنوسكو تيوغ بقو هدينا بقو بوك جرو الحمد لله الله نشير هاب دان دي تيجي هاب واسليجي باتاجي نشيتا الله رزيل فيال دجاني هابورب نیشانی راچ اگه باتهگی مراد رستال چوسال اگرال ریخیزه رستال اهلو بیخیزه نیشرگو اگرشی چوساز دا ریخیزه چوساز دا انکیزه چوسازولگون روت لخینشی چیکیزه هبیزه جاقا رو خوال لب قبوگو کنگو رستا یگی رستال اهلو یسگی الحمدلله هش جاقا لاشه ریس هبلو بگدیتا هدین ابقال دادند شرال سرزمین سابقه نیفر روسوگی نیفر جماعت کی نیفکت آدی آن هرون نیفت آدی راج ارال نیفر رستال اهلو رستال حلبال رستال عقرتی هر دین اشلوتال هری بگو توت به الله است الله نیفر هب دندشی الله سوال هابو ربات هابون که قبل به هری بگو دین اشلوتال نیفر روسو بگو تساقط اون بس رسول الحمد لله عمر حالت ابوجو هبولا هبنت انتكو سونال دجاني انت الى خدو سنبوخا رسوچ اگوت هبيزه بابيكون نو خالگي مسجد هرولگي قاتلگي ابسستيني باقالگي عمر سيس عمر جو هبولا بوگو هبول شنتي اسول هبجو الله الله سول هبور باتابون نيثيگي كورباقابون هدين ابدان دشيشه نيت سولسي زابول جوشه کمک ها بیزه. هر دستگو روسو که هر دست جواب گذین شود سال نیفر ها روسو بگه شکل پانسیانات مدرسه دستی بانتر هنی شیم ازول تستی رو نیبوق زه بگو هنی شیم ریت زه قرار چایگی ابرسات هری زه بهولا هبگی روستال شیم ازه روسته روستال چاز کلادگی همون راه را باق گذین شود سال. الله هست نیشه کینه زیگو سولیب ایمان تلگی براکت بوگیب عورمی تلگی براکت بوگیب سیمال خیزن اهلو تلگی نیشه خوار از منوها گی چورالگی نیشه راک الگی چسال زورا زهرگی هست دینه شوچال هرو الله هست الله هست نیشه هب هبول مدلیس کی هب دنده شیگی براکت بوگیب بات هبون هنی چسوک اتاز رایت ازب گو نیشه چالو لیل علاقه بزه محمد حبيب الوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Вначале, конечно, хочется поблагодарить каждого, кто принял участие в организации этого мероприятия, поддерживал словом, делом, финансово или морально. Джазакум Аллаху хайран. Также поблагодарить тех, кто приехал, поддержал это мероприятие, дай Аллах, чтобы у нас была возможность каждый год проводить такие мероприятия. Также, чтобы Аллах Субхану Тааля собрал нас в райских садах, подобно тому, как Он собрал нас на этой земле. Первое завещание, конечно, которое хочется сделать, это
о богобоязненности, как Аллах Субхана ва Тааля это делал в завещании пророкам и посланникам. Аллах об этом в Коране говорит: «Валякад вассайна ллазину утул китаба мин каблякум ва иякум ан иттакуллах». Мы завещали тем, которые даровали послание до вас, и также вам завещаем, чтобы вы боялись Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому верующий должен в любом положении бояться Аллаха Субханаху ва Тааля. Боязнь Аллаха – это что такое? Боязнь Аллаха – это поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля, опираясь на свет Аллаха Субханаху ва Тааля, ожидая награды от Аллаха, и также оставляя запретное, то, что запретил Аллах Субханаху ва Тааля, боясь наказания Аллаха Субханаху ва Тааля. И также есть важная основа после богобоязненности, важная основа и одно из великих правил ислама – это то, чтобы верующие объединялись и укрепляли отношения между собой. И к этой основе нас побуждает Аллах Субханаху ва Тааля и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в многочисленных текстах. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Я айюха ллазина аману таккуллаха хакка тукатихи ва ля тамутунна илля ва антум муслимун». О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха Субхана ва Тааля должным образом и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. Это первая вещь, да, которую человек должен себя призывать, бояться Аллаха Субхана ва Тааля. Далее, что Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва атасиму бихаблиллахи джамиан ва ля тафарраку». И держитесь за верфь Аллаха Субхана ва Тааля и не разделяйтесь. Это вторая основа, которой должен человек побуждать себя держаться за эту религию, за религию Аллаха Субхана ва Тааля, и не разделяться. Чтобы из-за тебя ряды мусульман не разделялись, чтобы из-за тебя в обществе мусульман не происходила фитна, чтобы каждый мусульманин стремился к объединению. Также Аллах Субханаху ва Тааля об этом в Коране говорит: «Ванна хаза сирати мустакиман фаттабиуху, ва ла таттабиу субуля фатафаррака бикум ан сабили». Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Это моя истина, это мой путь, истинный путь. Фаттабиуху, и следуйте за этим путем, и не следуйте за другими путями, которые вас разделят». Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна ладина фарраку динахум, ва кану шиян, леста минхум фи амри мин шей». Те, которые разделились на группы, то Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ты не имеешь никакого отношения к ним». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращается и говорит: «Ты не имеешь никакого отношения к ним». И это основа, которой пророк саллаллаху алейхи ва саллям в первую очередь стремился. Как только пророк саллаллаху алейхи ва саллям переселился в Медину, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в первую очередь построил мечеть. Почему? Потому что мечеть – это место, которое объединяет мусульман, которое укрепляет отношения между мусульманами. В первую очередь пророк саллаллаху алейхи ва саллям это сделал. Затем пророк саллаллаху алейхи ва саллям установил братские отношения. Хотя все верующие братья между собой, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям установил еще братские отношения между сподвижниками. В том смысле, что один сподвижник, хоть и не родственник другого, они наследуют от второго. Но это хукм далее был аннулирован. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям в первую очередь стремился объединить сподвижников. Если верующие объединяются, в этом, конечно, бывает барака. Аллах Субхана ва Тааля не посылает барака на это. Но если верующие разделяются, то Аллах Субхану ва Тааля лишает бараки. И в этом примере есть для нас, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям знал, когда будет ночь предопределения, лейлятул кадр. Но он вышел сказать об этом сподвижникам, и когда увидел, что два сподвижника припираются между собой, он забыл об этом. Это на что указывает? На то, что если верующие разделяются, спорят с друг другом, то Аллах Субхану ва Тааля может лишить нас огромного количества благ. Поэтому, дорогие братья, мы должны объединяться. И объединяться на чем? Объединяться на богобоязненность, на подчинение Аллаху Субханаху ва Тааля, исследование за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. К этому должны мы всегда стремиться. Это, в первую очередь, конечно, милость Аллаха Субханаху. Это невозможно купить ни за какие деньги. Это милость Аллаха Субханаху ва Тааля. «Уаллафа байна кулубихим, лаван факта ма фил ярду джамиян, ма аллафта байна кулубихим». Аллах Субханаху ва Тааля говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Он объединил их сердца. Но если бы ты все, что на земле израсходовал, то ты не смог бы объединить их сердца. Поэтому мы должны к этому стремиться. Абдуллах ибн Масуд, радиаллаху анху, из его дуа есть: «Аллахум алиф байна кулубина». «О Аллах, объедини наши сердца». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также говорит, что верующий по отношению к другому верующему, как строение, которое укрепляет, одно строение укрепляет другое. Поэтому этому мы должны стремиться. Даже если какие-то небольшие разногласия есть, мы не должны из-за этого разделяться. Шариат запрещает и предостерегает от любой вещи, которая вносит фитну. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля запретил нам гиба делать. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля запретил издеваться друг над другом. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля запретил нам придумывать друг другу прозвище. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля запретил нам плохо думать о верующих. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля запретил свататься к тому, кому
девушке, которая уже посватывался другой брат. Поэтому Аллах Субхану Тааля запретил входить в сделку, в которой уже мусульмане участвуют. Это все для чего? Чтобы верующие объединились, чтобы запретить все те причины, которые могут привести к смуте. Поэтому мы должны очищать свои сердца. Часто бывает фитна из-за чего? Из-за того, что у человека есть ненависть, есть зависть в сердце. Он должен очищать из-за болезни сердец. Все мы должны очищать свои сердца ради Аллаха Субхану Тааля. Ради Аллаха Субхану Тааля объединяться. Свои амбиции или свое какое-то эго убирать в сторону. И смотреть, что для, в чем польза для верующих, в чем польза для мусульман. И это стараться делать. Альхамдулля, у нас селе, да? Из-за того, что нету таких больших разногласий, нету фитны. Видим, сколько, да, милости, сколько возможностей есть. И мы должны размышлять над теми, кто находится по соседству с нами, сколько у них фитн, да, и сколько их милости Аллах Субхану Тааля их лишил. Поэтому это милость, братья, за которую мы должны благодарить Аллаха Субхану Тааля. Это милость, которую многие из нас когда познают, когда ее потеряют. Поэтому мы должны быть разумными и благодарить Аллаха Субхану Тааля, уже благодарить, ценить эту милость и благодарить Аллаха Субхану Тааля. Я прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он укрепил нас, братья, на единобожие, на сунне, объединил наши сердца. И сделал нас праведными мусульманами. Хаза Аллаху алям, саллаллаху аля набийна Мухаммаду ва алихи ва асхаби аджмаин. Хамад, джазакаллаху хайр, баракаллаху фикум. Следующий у нас Хамза Шамхал Хаджи. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Во-первых, также хотел бы выразить слова благодарности инициаторам данного мероприятия. Это мероприятие несет в себе в основе позитивный позыв. И этот позыв, валиллахи лхамд, является объединением мусульман на религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Приятно видеть людей, которые когда-то давно из маленького села, выходцы, которые разбросились по разным городам, по разным странам, собрались и вернулись, и вновь соблюдают именно те же ценности, которые были у наших предков, валиллахи лхамд. Также хотелось бы указать на то, что религия ислам – это великая милость Аллаха Субханаху ва Тааля, которую Он оказал нам. Ислам является неотъемлемой частью нашего этнической принадлежности. Наша культура тесно взаимосвязана с принципами, с ценностями ислама, с религией Аллаха Субханаху ва Тааля. Ислам это является религией всех пророков. Религия всех пророков от времен Адама, алейхи салям, до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саляма, последнего из пророков. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саляма, сказал, что он является последним из пророков. И послание от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля прерывается на нем, саллаллаху алейхи ва саллям. Но религия Аллаха, она сохраненная, как Аллах Субханаху ва Тааля обещал и сказал, «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху ла хафидун». Воистину мы ниспослали поминание религию Аллаха Субханаху ва Тааля, и мы ее сохраняем. И мы ее сохраняем. Аллах Субханаху ва Тааля сохраняет религию Аллаха посредством его рабов, либо же посредством тех писаний, которые остались у нас со времени пророка, саллаллаху алейхи ва салляма. Человек должен понимать, что религия Аллаха, субхана ва тааля, которую он несет в груди, является милостью для него, величайшей. Величайшей милостью для него. Во время пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, бедуины отличались своим черствым, невоспитанным нравом. Приняв ислам, они начали, как бы оказывая услугу пророку, саллаллаху алейхи ва саляма, говорит, мы приняли ислам. Аллах Субханаху ва Тааля порицает и в Коране и говорит, «Калатил а'рабу аманна». Бедуины сказали, мы уверовали. «Кул лам тумину», скажи, о Мухаммад, вы не уверовали. «Валамма ядхулил иману фи кулубихим». Иман, вера еще не зашла в ваши сердца. «Валакин кулу аслямна». Но скажите, вы покорились. Вы покорились Аллаху Субханаху ва Тааля. Но иман, вера в Аллаха Субханаху ва Тааля, основа того,
либо основа, стержень религии Аллаха Субхану ва Тааля, вера, еще не зашла, еще не просочилась в ваши сердца. Аллах Субхану ва Тааля избрал нас среди такого большого количества рабов Аллаха Субхану ва Тааля и облагодетельствовал нас исламом. Мы должны нести это знамя ислама до конца наших дней. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Я юха ладзина аману», о те, которые уверовали, «Иттаку Аллаха хакка тукати», бойтесь Аллаха должным образом, «Ва ля тамутунна илля ва антум муслимун», и не умирайте ни иначе, кроме как будучи мусульманами. Аллах Субхану ва Тааля не принимает от раба ничего из действий, кроме как если это действие не соответствует тому, как Аллах Субхану ва Тааля обучает своих рабов. А обучает Аллах Субхану ва Тааля своих рабов посредством посланников. Аллах Субхану ва Тааля отправил Джибриля, алейхиссалям, с посланием к Мухаммаду ибн Абдиллах, саллаллаху алейхи вассалям, отправил его с посланием и сказал, чтобы они обучались, либо же поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля, так как от нас хочет этого Аллах Субхану ва Тааля. И мы следуем пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Искренне поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля. Это две основы принятия любого дела раба Аллаха Субхану ва Тааля. Сегодня мы живем в такое время. Вообще, времена меняются очень часто. И последнее время, ближе к судному дню, мы видим, что идеологии разные, идеологии начали давать свои плоды, ответвления раскалываются еще больше и больше. Для человека стало трудным сегодня выбирать для себя какую-то основу, на которую он опирается в своей жизни, и чтобы эта основа служила для него стержнем и скалой, которая отбивает любые сомнения. Проблема в этом, что человек изначально концепцию Аллаха Субхану ва Тааля как Творца, Господа и миров принизил с распространением атеизма и всяких других течений. Сам Аллах Субхану ва Тааля высмеивается во многих странах мира. И сама концепция Всевышнего Творца, к большому сожалению, стала объектом насмешек, стала объектом пародий и комедий. Но Аллах Субхану ва Тааля не одобряет этого. Мы должны понимать, что религия Аллаха Субхану ва Тааля — это не объект для шуток. И это самое важное и самое ценное, что человек, мусульманин, приобретает в своей жизни. Если он потеряет все материальное в этой жизни, то пускай же не теряет последнее, это религия Аллаха Субхану ва Тааля, держится за нее. «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'а». Аллах в Коране говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'а». Держитесь за веру Аллаха Субхану ва Тааля. Что такое хабль? Это Коран и Сунна, книга Аллаха Субхану ва Тааля и Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пусть Аллах Субхану ва Тааля не лишит нас этой милости, не лишит нас света ислама и дадит нам эту искру, чтобы эта искра, она загорелась большим пламенем и не погасала до конца наших дней. Пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит нас на религии Аллаха Субхану ва Тааля, даст нам объединение, чтобы мы понимали друг друга, чтобы мы возвращались к Аллаху и его посланнику в случае наших разногласий, и чтобы религия Аллаха Субхану ва Тааля служила стержнем для формирования нашего общества. Иннаху валию залика. Валькадиру алей, саллаллаху алейхи вассалям. Баракаллаху фика, Хамза. Джазакаллаху хайран. Очень много полезного было сказано. Слово нашему студенту Абдулла. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья мусульмане, пришло в достоверном хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал: «Ман ля яшкурун нас, ля яшкуруллах». Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха. И поэтому
Хочу поблагодарить в первую очередь этих людей, которые организовали это событие, это мероприятие, что мы смогли собраться в этом месте, что мы смогли познакомиться поближе и что мы смогли понять, что мы одна семья. Поэтому в первую очередь хотелось бы поблагодарить всех организаторов и кто принимал участие, кто финансировал и так далее. Второе завещание, которое хотелось бы сделать, первое, то, что Аллах Субханаху ва Тааля возложил на каждого верующего, чтобы он познал Аллаха, чтобы он поклонялся лишь единому Аллаху Субханаху ва Тааля, поскольку наше поклонение не принимается иначе, как с таухидом. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна Аллаха ля ягфиру айюшрака бих, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Аллах не прощает никакого греха, Аллах не прощает ширка, многобожие, но прощает то, что является ниже многобожия. Поэтому просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы простил нам все наши грехи, и чтобы принял все наши благие деяния, и чтобы мы оказались из числа тех, кто Аллах облагодетельствовал, Субханаху ва Тааля. У нас в гостях наш брат Саид, который приехал из Малайзии. Между нами и Малайзией оценил наш маджлис. Тоже, наверное, не пожалеет сказать пару слов. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Вассаляту вассалям аля ашрафи ль-анбия и мурсалин ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Меня представили как гостя, и если честно, немножко задели. Я всегда себя считал таландадинским Саидом, но, видимо, Саид малазийский больше ко мне относится. Ну, альхамдулилля, альхамдулилля. Мне очень приятно, что такое мероприятие произошло. Хочу поблагодарить всех, кто за этим стоял, организаторов и всех, кто внес даже самый маленький вклад в организацию этого мероприятия. Джазакаллаху хайр всем, и пусть Аллах приумножит вашу награду в этом мире и в мире вечном. Аминь. Что хотелось бы сказать? Многое было сказано, очень много мудрых слов, наставлений. Я хотел бы со своей стороны сказать, что наш успех и успех всех, кто присутствует здесь сегодня, связан во многом с усердиями, которые приложили наши отцы, праотцы, бабушки, дедушки, и многие из которых сегодня нет с нами. И наши сегодняшние старейшины нам часто напоминают, насколько сложно в то время им было практиковать ислам, ходить в мечеть, если у них даже и была такая возможность, проводить пятничные рузба молитвы, проповеди. Сегодня мы все должны учесть этот момент, потому что, учитывая их ограничения, они смогли донести шахаду до нас. И, может быть, у них была миссия именно в этом, донести не ильм, поскольку у них не было глубоких знаний ислама, не было глубокого понимания Корана, но их миссия была в том, чтобы до нас донести шахаду, что они сделали, и, альхамдулилля, пусть Аллах благословит, простит их и дарует им Джаннат аль-Фирдаус за это. Не забывайте их в своих дуа никогда, потому что сейчас они больше, чем мы, нуждаются в наших дуа. Поэтому каждый должен себя спросить, какая миссия его сегодня на нашем промежутке времени, когда у нас есть возможность получать знания, у нас есть возможность читать Коран, у нас есть отличные братья, которые знают Коран и могут преподавать его, могут преподавать тафсир, могут доносить до нас принципы ислама. Поэтому, учитывая все эти возможности перед нами, какую миссию должны мы выполнить? Какая задача должна стоять перед нами? Особенно перед молодыми ребятами. Сегодня мы видим, в мире происходит много проблем. И против ислама, и против мусульман. Мы видим, что происходит в Газе. Мы не можем напрямую помочь, но всякий раз, когда... Ребята, вы держите в руках телефон, играете или тратите попусту время, помните, что этим вы никак не поможете им. А тем, что вы сделаете дуа за них, тем, что вы будете стараться быть профессионалами, стараться получить какие-то знания в какой-то сфере,
а этим вы поможете. Поэтому, если вы хотите помочь и думаете, что возможности нет, возможность есть, даже если просто дуа. Поэтому такое небольшое краткое напоминание о важности дуа, о важности дуа за наших предков. И, альхамдулилля, надеюсь, Саид Малазийский будет и Тландадинским всегда. Для меня вы все унахарам. Я молю Аллаха, чтобы Он сплотил нас, независимо от того, где мы все находимся, и наставил нас на верный путь и даровал нам высшую степень рая Джаннат аль-Фирдаус. Амин. Саламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум всем. Сегодня очень рад здесь находиться среди земляков, односельчан, родственников, братьев. Поэтому хочу в первую очередь, конечно, сказать спасибо организаторам этого мероприятия. Это большое дело на самом деле. Очень полезное в наше время, потому что оно очень полезное и для людей, которые живут далеко, к которым и я отношусь. Для нас это как у нас лозунг «Возвращение к истокам». Мы и так не забываем, откуда мы, но это лишний раз напоминает нам и позволяет находиться вместе, откуда наши предки, общаться с земляками. Это еще полезно нашей молодежи. Я считаю, они, общаясь со старшими, только отсюда возьмут самые правильные ориентиры, которые им нужны в жизни. И также важно для наших детей, маленьких, которые сегодня кто-то выиграл, кто-то проиграл, но это им запомнится на всю жизнь. Я это уверен в этом. Поэтому я хочу пожелать, чтобы это мероприятие для каждого было благим, полезным, чтобы каждый сегодня уехал с хорошим настроением. Ну и в следующем году мы с вами собрались уже более, может, расширенном составе здесь. Баркала. Салам алейкум. Алейкум салам. Баракаллаху. Так. Дирайчев. Асадулаев Мухаммад Кивугу. На удивление, удивительно красочное мероприятие. Всем ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи ва баракату. Раз мне дали слово, наверное, мне дали слово не от того, что я стоматолог, бывший. Раз мне дали слово, значит, дали мне слово как бывшему директору пансионата наследия. Я хочу обратиться и дать наставление всем сельчанам, наставление здесь давали. До меня выступили на удивление очень красиво, знатно, обширно, объемно и с огромными пользами удивительные наставления дали наши братья. До меня здесь выступили удивительные гости из Малайзии, даже из Израиля, по-моему, Ахмад был здесь, или Израилу. И гости из Малайзии. Я дам наставление родителям. 10 лет практики работы с детьми я заметил одну удивительную вещь. Внимательно слушайте, родители, независимо папы или мамы. Дети, которые проводят больше времени за телефонами, они в корне отличаются от тех детей, которые не проводят время. Дети, которые не проводят время за телефонами, заняты какими-то другими делами, в корне отличались от детей, которые проводят свое время за книжками, за чтением книгами. Мы, родители, мамы, дома посередине кухни никогда не оставляем кастрюлю с кипятком. А почему же мы неограниченно оставляем наших детей возле вот этих маленьких телефонов, которые на самом деле вредят нашим детям немало, чем тот кипяток, который лежит посередине нашей комнаты. Не давайте детям. Самая большая беда, которая после телефона у наших детей появляется, это потребительские отношения друг к другу. Берегите в наших детях
человеческие отношения друг к другу. То отношение человеческое на самом деле, и многие психологи говорят, и многие педагоги говорят, ломает тот телефон и время, которое бесполезно она проводит в этом телефоне. Много можно говорить, но я надеюсь, один совет, который я вам дал, будет намного полезнее, и распыляться многими пожеланиями я не стану. И в конце хотелось поблагодарить, на самом деле, многие говорят, что я могу, что у меня получится, получится. Вот мы видим, получилось. Сиражуддин решил, вышел, рядом с Сиражуддином были многие люди, и получился, на самом деле, удивительно красочное мероприятие. Мое пожелание не останавливаться. Давайте каждый год будем собираться, объединяться и проводить такие, на удивление, удивительно красочные мероприятия. Всем спасибо, что меня слушали такую нудную, никому не нужную, может даже нужную речь. Огромное баркало. Очень грамотно, доходчиво, полезно. Брат наш Исаак Мухаммад Расулович Гитидо, пожалуйста. Хорошо, что меня не представили питерским. Я уже переехал в Каспийск и среди вас поближе добрался. Индул Джамаат, Ханиш Улокхаби, Ирдина Сульят, Салуатсал, Хриял Халбал. Очень даже приятно, когда ты общаешься со многими друзьями и встречаешься в многих мероприятиях. Вот такое мероприятие, которое объединяет нас, украшает нас, очень давно и не было. Я хочу не только наставление давать, я хочу чуть-чуть нас похвалить, наше село. Присущие нашему селу, характерная черта нашего села, которая выходит не только за наш район, и даже за республику, это гостеприимство нашего села. В нашем селении гость – это неприкосновенен, ранг депутата приобретает. И поэтому, ребята, Улокхаби, я хочу приветствовать наше селение, наш жамаат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И второе наставление чуть-чуть нашим, переходя на детей. Мухаммад Асадуллаев немножко коснулся по поводу вредности наших гаджетов, телефонов, телевизоров. Я хочу, не повторяясь, этому уделять большое внимание. Это очень в нашем мире, конечно, необходимость это приобретает. Но настолько же вредны вот эти гаджеты. Это второе. И третье, говоря по поводу нашего села, хоть чуть-чуть и похвастаться, да? В нашем маленьком селении выросли ученые мирового ранга, и наше село возглавляет наши такие спортсмены, которые мир стоя хлопали нашим ребятам. Вот также вы видели Тагира Хайбулаева и Арсена и другие, многие другие. Это вот наш аксакал Мухаммад Бадрудинов. Обязательно его отметить надо. И я хочу
подведя вот так вот, чуть-чуть выйдя за это рамки лимита, чтобы пожелать всем нашим сельчанам, независимо дети, маленькие, взрослые, мальчики, девочки, здоровья. Если здоровья нету, человек превращается в ничто и ни в кого. Самое главное, чтобы было у вас здоровье. И последнюю очередь и хочу я поблагодарить всех наших организаторов. У многих были сомнения, получится, не получится, но получилось. Практически получилось. И, Сираждин, я вот хочу немножко оставить вот такие памятные, благодарственные письма, вручить нашим организаторам. Благодаря которому мы сегодня сыты. И в первую очередь я хочу вручить благодарность шеф-повару нашему Газимагомеду Идрисовичу за проявленное усердие и организации проведения маджлиса «Возвращение к истокам». Баркал Аллах Шусарли Тела, Аллах Разилля, Исир Ярарайчи Арахим, Шахру Рамазан, Смилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва джазакум Аллаху алфа алфа хайр. Хардиба синалхан лоджи, Исир Мискул Хитами Хасатли Бутхалас Абаху Маджлис, Ир Арамаджу Аджасу. Алхамдулиллах. Аллах шула рецирихля ашта дандихалу балла. Ахил хиймате имлугиле шуричат, виштиде ича. Эшхинал, ахилал, утлибахилал, хабдеш батлиел, иншдуруш батлиел, ашта дандихиеде. Эбал ахил мпаатир, эбал ахил зарали раддиклива. Улхо, Абдуллах, Исати бирашурихли, цабит убраи, ман ла яшкуру наса, ла яшкуру лхалик, айтлибер аль-хадис. Аб арамула баркали шучу, Аллах шула чулу кучуорде. Инча абракрак ахил баркалера, аб халти ихуб, Абаб, хечахи, ослит, обхарам, о пирамиде, хечахира, о сиражу денилля, о шуас Мухаммад Расулилля, имам шула, Абдуллахар Мухаммадилля, цель цель шла сэрак сэрич эдлла. Оврур бигали Абахан габала, а штуб кадаша дибда, тасал дибда пикуром коч Абахан бас дитлибала, а штал бац ас дитлибала. Аллахумма джал джамана хаза, джаман мубаракан дитла сэклин. Я Аллах бетерхана бешиб дантельхиц, а баракатаб, итиб халк илалла, Ихлеба ушества слила, ихлеба хан уцев ляла, Мухаммад имам шурдетлов, цель цель слила, отлила основа, отлила шурдану бисхамела. Яр эм лугла шурдича, когда ихлеба ханы цебахала басан слитлера, ахаб, коча, ахаб, кочево букуя, оборобира мукуб да ашту, газета беш я халди бакул, газета беш лему кошла джал, журнал ушту хисар беш тасат ли Усманнир, урараб информация, иншалла, камилер ала шула букуя, 100%. Дестарация Аллахи битум джалхан бештибчилу. Я бил сура табля целала ухайхи бебдал хобуча. Хабац оба рамут Аллахи бил сура табля ухайхи бебдал хобуча. Об карбат ли Усман бабиюб, хабдезе бат лиюб хатируб. Хатк бетагуру максимум. Шучи ду сиражни. Ошли лебле хибисе Аллахи уштуаш бурлобгад. Итим иншалла кочабил табу рашуб кадатла баха, мастуи кадатла. Целала ари басену кочабил хани рашуб. Итим даха макаб мукуб хануч аб. Итим ханих умши статистики раханшту. Хабешенчу коб хатхотса коб хазиасту ритлим хинду таних царакира, цаира итлия вгора, итлим да мисах, хекола хакуилла хиндур, да-да, хекола хакуилла хиндур. Хабешенчу коб, инштотса коб арамира итлим, ушлобда цаира итлим, хиндур хекола целлахани хакуилла. Устады ритлим хабешенчу коб хабатса коб итлим хиндур хакуилла целламокурла кундуч. Хатула бейли итлим чанала, уруб хизанла, итлим мисла, динла, цельцелал биширу. Бешенчуком инштотсагоб цайра итлиб аштуб адиношни итласкуру, эру бошта ашта. Че бешенгоб итлиб цайра итлиб асло хиндури, муни ханира бобурира, рахатта ансла дахлира баба, престателар гуру уштуб ахла. Итлибира азальчуком хабешен цайра бханира, о мукол ханучу. Ари ханке хабаца хази ашта висхенала.
Аллахума аллиф байна кулубина, васлих зата байнина. Я Аллах бетерхане. И ты урор, ракобилля цердок анала, бакира, джахдар псуда бич али бухобле ихала, ирхугилла. Аллахума ла тхаджа али дуне акбар хаммина. А урашу столи Аллах салам шуи, и тармаху дуэра, я Аллах бетерхана али, аб дунел. Аби хибса али главный проблема хиба, главный цель хиба, главный урожо хиба. Хеку бругилла сила, буттору сила, хадура уклио, арам гукхурилла, цель цель лехилла, иншалу штубан слетиб ахлолу, че. Цельно ослива дант, блюгил, ушеда шурбаса аре, если хатим шурбаса, астуна шурбаса, если бич амали сору цель цель макуаслал. Алхамдулля, если б аре, диния почвасли, если б дала даба бурсучи, алхам бурсучи раба, и он шур алхам леба, сера бега ахара балхандира. Я Аллах, дин ли вас сибади, дин ли я сибади, Аллах шур хорбак арала, если ла, хоб халилла, Аллах разъял амасла, если дак вадилла, ушла цельла баллала, Ячуклас илхидала рик алхилла, ушлацелла рик алхилла. Акулу каули хазла, астагфириллах алли валакум. Баракаллаху фикум, шару Рамазан. Ничаб, баркалле чила кучамарам, дим лично. Баркалле чила кучам, хичи сэр, аб алхан байбих и халис халуба, аб хиля, аб инициатива зарождать и халис халуба, Раи поддержать и убала. Урис большой квартир. Морально поддержать и убала. Материально поддержать и убала. Физически поддержать и убала. Магиля шула хитя баркала. Диля хашу шулала. Див элесир вахир хашу шулала. Обхекеру шулала. Магиля баркала. Ратмети тиля кучамира. Хичизер ханил строитель. Ди абхалти хуб. Ханил ори кухник сахалти рахраб улукави. Аб цеп зевучу, чера зевучу, хат, чера хат. Халуба аруба баб транспорт кумоки хубалулла. Хе ари сарак эчу балулла, сарак ачила ас бешта балулла, финансируати балулла. Бишти вачи сахин аб балхан, микарсо балхан букачи. Им агиле шула хинч аб аркаллера, аз-азар баркал Аллах шур. Бишти кири хинч аб хорала бишти ла. Аллах разил ла бишти, Аллах шур бишти салир тяла. Ера сэре бир ишширетли ачу гура. Агиляри, каждый человек, даже его присутствие, это много что значит. Баркала. Мухаммад Бадрудинов, почему ты молчишь, Мухаммад? Мухаммад Бадрудинов. Меня обдабехи отключили, а что цела на хилокосе? Она галмагрия. Арамбирани. Ассаламу алейкум, индуль джамаат. У нас аб. Боже раб, Динил Ватсал, Кела Шлиндела Сали, Ханша Дандилила, Абхинкеб Халтираб, конечно, не могу шула хитли, Абхинкеб, и Хисак Эсек Эсекал Мукумиди Дандили, Бихи, Унчубахол Букуевиси, Абхинкеб Халтирила Буквера, Абхинкеб Халтирила Буквера, Абхинкеб Халтирила Буквера, Абхинкеб Музг Халтирила Буквера, у нас Харди Халтирила Буквера, Абхинкеб Халтирила Баркала Олохабалла. Баркала Олохабалла, Индела Ханште Ханштула Ахила, Чагу Бахула Исли Хам Халтисла Дандилла. И Келарула Сахлир, и Келарула Харде Ас, возможность Ихила Ханштула Халти. Бишле Сахли Мугли, Индела Дандилла, и Хоп Кетсила. Сахли. Твой дада, мой край любимый, все мне дорого в тебе. Твои горные вершины, хвойный лес и каждый куст. Горный воздух окрыляет, словно сокол я парю, и истоки наполняют душу радостью мою. Твон один дружелюбный и приветливый народ. Стариков здесь почитают и наследие берегут. Шумный город возвращается, по тебе тоскую я. И истоком возвращаюсь, обретаю я покой. Машалла, табарак Аллах. Пусть вы зарвите. Сюда иди, сюда иди. Oh, my God.
Возвращение к истокам целыми полуда. Поэтому старт стартует. Маленькие, сами маленькие дети, давайте. Награждается Ибрагим. Награждается другой. الحديث يقول مترددا
Назад, давайте, дети, назад, назад, назад. Да, отойдите, освободите, пожалуйста, место, освободите. А то прекращаю награждение, если вы освобождаете, выходите быстро туда. Освободите место от динамиков, отойдите. Быстро, быстро. Главный меценат. Слушайте меня внимательно. Сегодня прошу, проходит у нас грандиозное мероприятие, посвященное дню возвращения к истокам. Сегодня наши аксакалы включились в пункт соревнований по легкой атлетике, заняли соответствующие определенные места. Места будут распределяться справедливо по договоренности комитета. Первое место завоевал сегодня самый молодой. Сегодня внепланово к участникам соревнования подключился наш аксакал, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион по вольной борьбе, 20-кратный чемпион России Бадрудинов Магомед. Прошу приз Бадрудинову Магомеду. Прикольный приз Магомеду Бадрудинову. За участие. Come on.
وكان لقاؤنا خطفا سريعا مفعما بالحب فيضا دافئا مسترسلا بعد الظما بالأمس كان لقاؤنا والسعد فيه ترنما يا صحبتي لقيا سمو عد لطيف حكما متبسما والذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما قلبي يريف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما حكى لهم عن فرحتي متعلقا متبسما قال الذي ما قلت ليت الفؤاد تكلما وجما من الفرح الذي غطاه حتى أبكما حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما قال الذي لا يرحم حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما إيه وكان لقاؤنا خطفا سريعا مفعما بالحب فيضا دافئا مسترسلا بعد الظما بالأمس كان لقاؤنا والسعد فيه ترنما يا صحبتي لقياكم عد نقي حكما وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما قال الذي ما قلته
قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلم ليت الفؤاد تكلم ليت الفؤاد تكلم. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.